продолжение темы. 1 июня, в первый день лета, во всем мире отмечается День защиты детей. Его празднуют с 1950 года. Это своеобразное напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, образование, на защиту от физического и психологического насилия. Этот праздник всегда отмечается проведением различных мероприятий, цель которых – привлечь внимание к положению детей всего мира. Так, ребятишки садика Всероссийского детского центра «Орленок» в этот день были в гостях у сказки. Думаешь, День защиты детей, что это за праздник? Чтобы мальчики защищали девочек, чтобы они их любили, чтобы их не давали в обиду. Это сделали в честь детей, что детей много, и сделали в честь них такой праздник. Чтобы взрослые защищали детей, и они никогда не умирали, чтобы были живы. Это когда мальчики защищают девочек и взрослые защищают детей. Чтоб мальчики защищали девочек. А кто кого должен защищать в День защиты детей? Могут родители детей или мальчики детей. Взрослые могут защищать детей. Или мальчики взрослые могут взрослых девочек защищать. Мальчики девочек. А девочки мальчики. А родители? Детей. Мальчики защищают девочек, а родители детей. Чтоб никто не украл детей. Папа защищает мам и своих сестричек. От бандитов должны защищать, чтобы никто не бил никого. Для тебя самый лучший подарок в этот праздник какой? Все. Пойти в аквапарк. Сходить с мамой и папой на юность. Мне самый лучший подарок, пока не кончилось лето, сходить на море. Поехать в Москву. Сходить в кафе. Для меня самый лучший подарок, чтобы я с мамой и с папой пошел в кафе. А почему должны родители в этот праздник обязательно быть рядом с детками своими? Потому что они любят детей и поддерживают в трудных обстоятельствах.